Отлично. Замечательно. Прекрасно. Великолепно. Гениально. Так. А теперь верните мне громкость, пожалуйста. Спасибо, до свидания. Back to differ. Поехали, где мои коробчонки? Поменьше бы, конечно, коробку взять, но кому это интересно? Мне не интересно. И слушаем оригинал. Опять крутить крутилочку. Нужно найти звуки черной дыры, которая временная воронка. Коробка идет пока на пенсию. Опа-па. Сколько я раз постучал? 5. Гениально. Умею считать до 5. Как минимум до 5. И это еще не предел. Или предел. Скоро мы это узнаем. Ай! Мой палец. Он попал в штатив. А штатив дядька такой, он ошибок не прощает. Да, вот он ее открывает тут. Вот как-то так он ее открывает. Отлично. Так, пишем, значит, соло выключаем. И вот тебя вот сюда. Вот это я тоже выключу, чтобы не мешало. И голос я тоже выключу. И вообще я все выключу, ё-моё. Мне никто не нужен, я и сам справлюсь. Нет. Вот. Вот тут мне и интересно. Вот тут звук явно от картонной коробки. Я вижу, что люди, которые работали над этим видео, работали примерно так же, как я. Они такие, так, ну мы же не будем пиццу шлепать об стену, давайте шлепнем коробку. И шлепнули? Так и я шлепну. Другое на ужин. Здесь вот этот, мистер огонь. А кому сейчас легко? Мне. Довольно неплохо. А, кто-то сообщение ВКонтакте написал. Кто же написал мне сообщение? Это Ваня. 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 Я убью тебя, Ваня. Ваня, Ваня. Парень работящий. Не работящий и не парень, как говорится. Один звучит как завод, другой как автострада. Вопрос, где тут настоящая черная дыра? О, нет, тут звуки какой-то пружины внутри. Возможно, стоит вынуть батарейки. Какой-то слабоватый звук, нужно что-то более массивное. Что можно более массивное взять? Пульта с нами больше нет. Кто тут более массивный? Автомобиль на улице подал знак, что он тоже довольно неплох. Но мне нужен кто-то посильнее. Может, книга? Я бы сделал вот так. К примеру. Минус 5. 4. 5. 5. И вот тебя погромче. Я настучал, понимаете ли? Настучал. Настучал. О боже, видео уже совсем закончилось. Запись на стене. Отлично. Он мне прислал расписание на канале СТС с 4 шреками, которые идут подряд. Это именно то, в чем я нуждался в этот сложный момент. Коробочка, иди сюда. У меня суп на столе, я ставлю коробку с пола рядом с супом. Молодец, молодец. Так, как бы не сбить суп? Вот это главная проблема. Ах, блин, бедный поп-фильтр, бедный мой пам-пам-пам-пам-пам-пам. Все. Все, все. Я закончила. Усё. Я буду рендерить. До свидания.